понятно. Сегодняшнюю программу, вернее первое ее отделение, мы посвящаем знаменитой песеннице, легенде Омской области, легенде Сибири, Аграфене Оленичевой, Аграфене Максимовне Оленичевой. Ее творчество было очень популярно в 50-60-х годах, когда Омский хор был еще тогда молодым, и ее творчество, ее песни были одним из основных в репертуаре Омского хора. И до сих пор эти произведения с удовольствием Омский хор исполняет. И первым номером нашей программы, которая называется «Экссибирская земля», первый номер мы назвали «Моя Сибирь», посвящается Аграфене Оленичевой. Итак, на сцене Государственный Омский русский народный хор с программой «Экссибирская земля». Thank you.
15 минут. Спасибо.